А это две удлиненные версии новых мультивенов. Их цена вас тоже приятно удивит. Досмотрите до конца. И несмотря на то, что это комплектации побюджетнее, здесь все равно полностью светодиодная оптика, и вы зацените этот цвет. Мне он очень нравится. И оба автомобиля у нас двухцветные с черной крышей. А главное отличие от укороченных версий – это место в багажнике. Разница между ними в длину 20 сантиметров, и это реально заметно. Сюда вы можете поместить уже все, что угодно. Эти версии у нас также семиместные, и есть такая же передвижная панель со столиками. В салоне разница разве что только в отделке сидений. Также здесь обновленная мультимедийная система, цифровая приборная панель немного с другим дизайном, такое же рулевое колесо и также все на сенсорных кнопках. Очень современно. И я думаю, многие получат удовольствие от огромного количества бардачков в мультивене, подстаканников и разных ниш, как в передней панели, так и в дверях. Цена на белый автомобиль 7 390 тысяч рублей, а на серый 7 790 тысяч. Очень сладкие цены. Успевайте в автоброкер Автолеон в Самаре.